Кстати, друзья, сегодня очень жарко, сегодня 30 градусов, поэтому 4 стакана соков из меня вышло, это однозначно, пока эту лавку сотворил. Но я доволен. Смотрите другие мои видео, подписывайтесь на канал. Вот и скамейки изготовил, покрасил уже. Вот такие вот три доски по 15 сантиметров шириной, то есть будет где-то 45. Ну, я думаю, что это будет так нормальненько. Устанавливать буду вот здесь, под этой вот грушей. Как раз здесь такое место, дорожка к домику. Здесь теплица с этой стороны. Андрей Старцев мастерил свою полку на даче и не использовал угольник. Я вот специально, типа, как бы для него говорю: Андрюха, вот угольник обязательно используй. Он ссылался, что у него хороший глаз, делает на глаз все. Я что-то на глаз не очень надеюсь, поэтому делаю с угольником все. Вот получил вот такую конструкцию. Такую конструкцию. На эту конструкцию будут закрепляться мои доски от лавки. Вот получили такие две прекрасные стойкие опоры для будущей скамейки. Ну, теперь задача придать эти опоры земле, матушке, и закрепить сами доски. Ну, вот как-то вот так они будут располагаться на земле. Сейчас надо будет выкопать лунки и установить эти опоры. Укладываем доски. Ну вот, в принципе, проверяем. Так, так, все по нулям. Очень классно. Теперь будем закреплять доски на опорах. Друзья, доски уложены. Теперь осталось сделать разметку, где мы будем сверлить отверстие для того, чтобы закрепить болтами. Мы ориентируемся. Потом мы брусы, которые находятся снизу. Вот. Здесь и то же самое дело. Ну вот, и точно так же там где. Крепеж будем осуществлять вот такими шиферными болтами. Вот, в общем, все классно. Друзья, но в итоге вот получилась вот такая лавка. Гимнастическая я ее называю. Можно пресс качать, можно качать гантелями грудную клетку свою. В общем, классно. Вот так вот в День России сделали полезное дело. Для чего создавалась эта скамья? Друзья, очень важным элементом является
мышцы груди и спины. Поэтому для их разработки, накачивания, качания требуются соответствующие упражнения, соответствующие отягощения. Многие говорят, что нет гантелей на даче. Нет гантелей — не беда. Я подобрал себе вот такой вариант. Беру 5-литровые бутыли. Если мне нужен груз по 5 килограмм на руку, я наливаю соответствующее количество воды. Итак, друзья, в качестве вывода. Если у вас есть желание, вы всегда сами можете изготовить такую гимнастическую лавку, укреплять свой брюшной пресс. Спасибо всем, кто заходил на канал, просмотрел это видео. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ставьте свои лайки и подписывайтесь на канал.